Презентация проекта по созданию на базе Казанского федерального университета Центра инновационного развития Республики Татарстан в области трансляционной персонализированной медицины прошла 23 ноября в Министерстве здравоохранения Республики Татарстан при участии министра Аделя Вайфина и главврачей клиник республики. В сентябре был объявлен конкурс, что все вузы могут подаваться. И вот Казанский федеральный университет, он подался на эту программу. Программа состоит из трех блоков. ВУЗ может претендовать, что ВУЗ это как центр инновационного развития региона, ВУЗ – это как центр технологического развития и ВУЗ – как центр социального. Поэтому Казанский федеральный университет, он подготовил, получается, все три блока – центр инновационного развития, технологического и социального. Значит, то, что касается медицины и биомедицины, это центр инновационного развития. Также следует помнить, что КФУ выделяет среди всех университетов Российской Федерации действующие университетские клиники с уже прикрепленным населением. Наличие клиники и исследований в области медицины делают КФУ центром инновационного развития. Возможности, которые сейчас созданы, они как раз являются, наверное, уникальными вообще в России, поскольку мы не просто шагнули, так сказать, со временем в одно время, мы немножко опережаем все российские стандарты. Это региональный проектный офис. Вы видите, так сказать, это связь между тремя министерствами. И региональный проектный офис это не в КФУ. Региональный проектный офис это реально, так сказать, создается при министерствах для координации этого действия. Инициатива позволит объединить ресурсы и возможности предприятий и организаций республики на платформе КФУ. Основными мероприятиями проекта станут создание активного продвижения в научно-медицинской среде новых компетенций и услуг в центрах коллективного пользования. Вступать в эти проекты по исследованию. Дело в том, что вот то, что мы сейчас имеем, это действительно уникальные возможности, и возможности искусственного интеллекта, они позволяют сегодня провести исследование нарушений геномных достаточно быстро, за короткое время. У нас есть база, надо формировать базу наших больных уже с точки зрения геномных подходов. Надо определить инициативных молодых ученых и как можно быстрее начать эту уже работу, потому что завтра выиграют те, кто начал раньше. Стоит отметить, что базовой идеей проекта является создание клиники внедрения и расширения возможностей центров КФУ в доклинических и клинических трансляционных исследованиях. Диана Шилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.